Всем привет! Вашему вниманию вот такой вот комбайн предоставлен. Вот жатка. Комбайн достаточно в хорошем состоянии. В принципе, никаких потеков я не вижу. Кабина как новая, не знаю. Колеса вот в таком состоянии находятся. Вот здесь, ну, вот такой вот слом есть. Внутренний обзор. Внутренний обзор различных узлов. Вот. Это вид сзади, получается, комбайна. Пойдем подальше. Рассельмаш. Вид с другого бока. А здесь вот ремень. Необходимо здесь доработать вот все узлы, которые можно увидеть. Бачки. Непосредственно вид спереди этого комбайна. Вот жаточка его. А вот такой вот комбайн.